Добрый день, меня зовут Галиева Ольга, я стилист из Ижевска. Я была ученицей Академии «Свое лицо» под руководством Татьяны Моменко и хочу оставить отзыв. Что же мне понравилось в этой Академии? А учиться мне действительно понравилось, поскольку я гамин по своему типажу, как выяснилось, гамин-романтик, но гамин во мне очень сильный, я очень щепетильный человек. И когда я выбирала школу для обучения, я ознакомилась с многими, кто предоставлял эти образовательные услуги. Мне показалось, что у Татьяны самые новаторские методы, самое прогрессивное как бы обучение. И когда я начала учиться, я действительно в этом убедилась. Вообще хочу сказать, что в любой организации задает планку сам руководитель. И Татьяне задан очень высокий тон. В каком плане? В плане профессиональном. Например, мне что понравилось? Мы выполняли домашние задания. То есть не было такого, что ты заплатил деньги и ты гарантированно получишь сертификат. Может быть, кого-то это отпугнет, но для людей, которые хотят изучить глубоко материал, получить качественный результат, хотят как бы отработать материал на совесть, вот эта школа, она самая подходящая. Потому что, выполняя домашние задания, выполняя их качественно, когда куратор проверяет, ты действительно поднимаешься на хороший такой уровень. Кроме этого, помимо высокого профессионализма, можно сказать еще о вот этих действительно прогрессивных новаторских методах. Поскольку Татьяна много лет варится в этой теме, у нее есть авторские наработки, и вот вы их нигде больше не найдете, только здесь. И выпускаясь, вы получаете такой выпускник с уникальным набором инструментов, вот, например, фоны эталонные. То есть я, например, в своем городе единственный стилист, кто обладает таким инструментом. Это конкурентное преимущество у вас сразу. Вы становитесь выше на голову, чем ваши другие там стилисты-конкуренты, да? Но помимо этого еще есть приятный бонус, потому что дружелюбная атмосфера очень царит во время обучения. Очень Татьяна с самого начала следит за тем, чтобы и кураторы, и студенты обращались друг к другу очень тактично, дружелюбно. Такой царит принцип взаимопомощи, и девочки всегда откликаются, и кураторы. Это очень помогает, потому что ты, когда начинаешь овладевать знаниями, тебе нужна все равно, чтобы тебя вели, чтобы тебе подсказывали. Все это действительно присутствует. И для меня, как для, допустим, начинающего специалиста, очень ценно, что после окончания даже курса у нас сохранился учебный чат. Мы можем посоветоваться, девочки всегда скажут свой взгляд. Это такое хорошее подспорье. И, ну, в общем, в принципе, у меня только впечатление положительное. Ну, какие-то, может быть, мелочи есть, которые меня не устраивают, не устраивали. Не хочу, чтобы мой отзыв такой восторженным, слишком медовым показался. Например, мы ждали иногда отстающих, тех, кто что-то не успел доделать. Но с другой стороны, я как такой человек ответственный, я всегда все делала вовремя, меня немножко это напрягало. Но с другой стороны, Татьяна, она всегда была заинтересована, чтобы все усвоили. Для кого-то это будет плюсом. Поэтому, может быть, мелкие недочеты какие-то есть, но по сравнению с тем, что вы получаете на выходе, качественный материал, новаторские методы, поддержку, то, по-моему, выбор очевиден. Я всем рекомендую обучение на стилиста в Академии Татьяны Моменко «Свое лицо».